Панинский район, Воронежская область, село Большой Мартын. Ехать возможно только 5 км в час, иначе машина очень быстро приходит в негодность. Наверняка выделялись деньги на ремонт дороги. Прошу блокнот Воронеж проверить эту информацию и получить комментарий от главы этого района, а можно и от губернатора. Как будто после бомбежки. Я думаю, что местные фермеры, собирая урожай с полей, которые находятся с двух сторон этой дороги, исправно платят налоги. Но, как видим, налоги до дорог не доходят. В общем, дальше идти смысла нет, потому что это бесконечная история.